что? Операция «Мортер», сэр. Что-то пошло не так. Сэр. Что случилось? Наряд безопасности открыл огонь. Ответный огонь ликвидировал войска. Потом они забаррикадировались внутри. Мы не могли осаждать, так что... Так что? Мы бросили в окна гранаты и уничтожили противника. Гранаты на безоружных гражданских? Мы не знали, что они безоружные. А как насчет тех, что вылазили из окон? Они могли быть вооружены. Значит, вы убили невиновных? Да, сэр. Черт! Черт. Этого не было. В депешах ООН ни слова об этом. Мы не убивали 30 женщин и мужчин на работе, просто потому что войска ошиблись. Ясно.